Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня мы будем крутить рулеточку, пацаны, буду я крутить рулетку через телефон. Так что обязательно поставьте лайк. И у меня сейчас получается 600 кредитов. Будем крутить рулеточку, у нас есть 12 попыток выбить что-то нормальное. Но я не думаю, что это нормально мы выбьем. Если вам нравятся такого рода видосы, то обязательно поставьте лайк, пацаны. Вебочку специально сделал для вас. Хотел сначала без вебки, потом думаю, там можно, в принципе, и с вебочкой. Как бы, вот что мы можем здесь выиграть. Ну, я на многих как бы не рассчитываю, чтобы там что-то охрененное выбить. Давайте, меньше слов, будем крутить рулеточку. Давайте, запускаем. Через телефон я еще ни разу не крутил. Крутил через телефон. Один раз, по-моему. Что-то типа такого. Ну да, конечно, охрененное выбилось нам. Давайте свинцу перезагрузим, я думаю. Что прям, может, повезет. Давайте еще раз крутим рулеточку. Может быть, что-то годное и выпадет. Ну, конечно же, опыт. Как же без него? Да уж, конечно. Блат номера пролетели. Спасибо. Обратно опыт. Заебись просто, реально. Давайте перезагрузим страницу, потому что это просто пиздец. Реально, это просто пиздец, поэтому давайте перезагрузим страницу. Так, давайте крутим еще раз рулеточку. Нам выпадает только один шлак на самом деле. Сейчас попробуем что-то выбить нормально хотя бы. Да. Под этим нормальным я не подразумевал калаш, точнее дробовик. Хотя бы какую-то тачку бы выбить, было бы очень круто, на самом деле. Плюс один уровень. Сколько у нас на балансе остается? 350 остается, 5. Ну давайте еще покрутим. Возможно, что-то нормальное сегодня и выбьем. Бат номера пролетели, ну это нормально, что. УЗИ розовое, классно. Всегда хотел себе УЗИ розовое, просто мечтал. Так, давай, крутись. Просто все пролетает самое нормальное. Плюс один уровень, да? Охуенно прокачаюсь просто, блять, пиздец. Просто два уровня уже выпало, понимаете? Просто два уровня, блин, это просто жесть. Неужели деньги, да? 56 тысяч. Нормально. Давайте сейчас еще покрутим, потом продадим, что не нужно, и покрутим еще раз. Обратно деньги. Да ты шо, ёпта. 48 тысяч. Серьезно, конечно, да. Надеюсь, реально что-то нормально выбьется. Какие-то блат номера. Ну, экспиха, ёбаный в рот. Конечно, почему бы нет. Сколько у нас там остается? Еще две прокруточки, потом придется продавать что-то ненужное. Так, давайте я вот так вот сделаю. По-любому какое-то дерьмо выпадет, отвечаю. Обратно деньги. 62 тысячи. Давайте я свинцу перезаряжу, потому что, блядь, это полное дерьмище выпадает реально. Ну, давай, что-то нормально выбейся. Пиздец, что за прикол? 54 тысячи. Понятненько. Так, у нас кредитов. Давайте обменяем наши подарки. Вот что нам удалось уже выбить. Продать кредиты. Так, ну деньги я думаю ставлю. Опыт продать нельзя, да? Давайте вот это все продадим. Чертям собачьим. Просто смотри, сколько шлака, блядь. Это пиздец. Это просто жесть. Продать. Продаем за кредиты. Нахрен оно нам не нужно вообще. Так, и возвращаемся. У нас 69 кредитов есть еще. Можем еще один разочек покрутить. Ну давайте. Я перезагружу страницу как раз еще.
может быть, повезет. Ну, хуй там плавал, конечно, да. Что в рулетке повезло, мне это один раз повезло, что я выбил блат номера и все. А так полный шлак постоянно убивал. Ничего, что у меня он есть. Прикольно. Давайте его попробуем продать. Так, рецепты дробовиков. Там сколько кредитов у меня осталось? Давайте глянем. 20-40. Хватит, давайте дробовик этот нахуй продаем. Потому что он мне вообще не нужен. Никак. У меня потому что есть рецепт на дробовик. Так. Продать за кредиты. Все, продали. Давайте еще раз покрутим рулеточку, короче. Последний, наверное, раз уже. Потому что навряд ли мы что-то еще выбьем такое годное. Випка. На сколько дней? Мне из-за вебки что-то не видно, на сколько дней. Сейчас глянем, сколько дней випка выпала. 8 дней вип. И продать ее никак нельзя. И вообще здесь теперь я продать ничего не могу. Просто смотрите, пацаны. Вот бабки выпали, короче, 4 раза. Потом 2 уровня теперь апну. Экспихи 3 штуки. Да, нормально. Ну и випка на 8 дней. Давайте все это выведем в игру. В принципе. Чтобы я уже в игру зашел и все было заебись. Ну да. Так я думал, пацаны, что ничего нормально не выбиться, потому что, ну, блядь, это мазинг, пацаны. Ваш инвентарь. Все, я все вывел, короче, денег у меня 0 осталось, доната точнее. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайки. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.